В июне инфляция Верхневолжья ускорилась, но осталась ниже общероссийской. Об этом сообщают эксперты регионального управления Центробанка, анализируя данные Тверьстата. В частности, увеличился рост цен на ряд продуктов питания, например, на мясо птицы. Но есть и обратные примеры, например, по группам непродовольственных товаров и услуг. В ответ на повышенный спрос туристов, которые хотят путешествовать по России, было увеличено число дополнительных поездов, расширились предложения на билеты. Это привело к снижению стоимости проезда в поездах дальнего следования. В целом годовая инфляция Верхневолжья в июне составила 2,3% после 1,2% в предыдущем месяце. Это ниже, чем в ЦФО, где рост составил 3,58%, и по России в целом, где годовой рост цен достиг планки 3,25%.